Ефір на 9 каналі продовжує актуальне інтерв'ю. З вами Артур Терещенко. І сьогодні говоримо про документ, який щойно з'явився у Дніпрі. Меморандум про художнє вуличне мистецтво. Один із його авторів – головний художник Дніпра Сергій Білопольський і Марія Учитель, збирачка та дослідниця стріт-арту, сьогодні у мене у гостях. Мої вам вітання. Добрий день. Пане Сергію, перше питання до вас. Ви сьогодні як чиновник чи як дизайнер? І чи є різниця, до речі? Я пытаюсь это не разделять, но скорее сегодня как чиновник. Нашим глядачам, перед тим, як почнемо саме про цей документ говорити, деяку таку довідку. Меморандум – це в буквальному перекладі те, що слід пам'ятати, це нагадування. А ще я знаю таке визначення – дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни. Якщо говорити про той документ, який з'явився у Дніпрі, який зміст ви вкладаєте в поняття меморандуму? Ну, где-то такой смысл и есть. Это некий общественный договор. Вот это, ну, цель этого общественного договора – это так, упорядочить общину, визуальное пространство города. То есть, давайте чуть подробнее расскажу. Существуют в городе правила благоустройства, которые не позволяют рисовать на фасадах, не позволяют их перекрашивать в любой другой цвет, кроме того, как это задумал архитектор. Но, тем не менее, и темпы нарастают от того, что на фасадах рисуют. И это не только наркореклама, это рисунки, которые можно по-разному трактовать. Но никто никогда не пытался, ну, и с этим бороться сложно. И никто не пытался ответить на вопросы, где же все-таки можно ответить, где нет. И, по сути, если коротко, то нигде нельзя, но появился меморандум, который согласован там, с благоустроем города, и где обозначены места. Да, все ж таки це можливо якось. Где этот рисунок проживет гораздо дольше, чем если он просто где-то будет нарисован в неположенном месте. Вот, собственно, все. Марія, ви збирачка та дослідниця стріт-арту. Наскільки багато цього стріт-арту саме на вулицях нашого міста? І наскільки я розумію, ви теж доклали до цього меморандуму свої якісь зауваження? Да. В Дніпрі довольно много и стрит-арта, и граффити, но больше развита здесь именно граффити-сцена. Это немножко разные вещи. В целом много, но не так много и интересно, как, например, в Харькове, там, Одессе, Львове. То есть Днепр не является стрит-арт-столицей, одной из стрит-арт-столиц в Украине пока что. Но есть интересные работы. Якщо говорити про цей документ, наскільки складно обговорення давалося перед тим, як його підписати, і, до речі, хто його підписував з одного боку, з іншого, яка кількість? Чи це все ж таки такий документ, який не потребував? Ну, скорее, да. Тут нет необходимости в какой-то подписи. Хотя, конечно, задумка была, что да, подписывать там я, там заммера по благоустройству Михаил Александрович, художник, который будет рисовать. Но, по сути, это общественный договор. И с ним можно согласиться, можно не согласиться. Просто это некие условия, которые, если соблюсти, то мурал или кто-то или рисунок будет дольше жить. То есть, собственно, и все. Поэтому мы можем вернуться к его обсуждению там, через какое-то время, еще что-то добавить и исправить. То есть это такой... Он должен жить. Это хороший старт для диалога, мне кажется. Добре. Чому зараз згадав радянський фільм «Зайчик»? Пам'ятаєте, там «Розрішаю в синій цвіт», не очень вдумываясь в сам процес, там вопрос шел о заборе, кто-то взял и умудрился его снести. То есть да. Головний посил цього фільму – з жартом подивитися на все те, що відбувається, ну, скажімо так, з міською інфраструктурою, паркани, стіни, будинки і таке інше. Щось дещо схоже відбувається і зараз. Хто що хоче, той малює. Які покарання? І хто карає тих, хто, ну, бере пензлі і починає щось там
як хоче, так і малює. Ну, да, все это, если сравнить с фильмом, это довольно смешно, но как, когда, допустим, появляется какой-то рисунок на памятнике архитектуры, то это уже не сильно смешно, потому что это портит город. А наказание за это предусмотрено, ну, надо устранить, там, штрафы и так далее. Но вопрос в том, что это не сильно сейчас исполняется. Да, очень сложно бегать за... Ну, и есть такие не художники, даже да, графичики, рейдеры, они не будут спрашивать, они будут рисовать и дальше. Это скорее не для них. Но знать об этом им стоит. Как бы исчезнет твой мурал, не мурал, в смысле рисунок, и как можно быстрее. То есть, так что наказание, он просто уничтожится, а для художника, мне кажется, это... А если еще і поймає, то буде другое. Спільнота існує така, яка між собою спілкується, щось там узгоджує перед тим, як з'явиться той чи інший мурал або графіті. Як це відбувається взагалі? Это такой сложный вопрос. На самом деле существует некоторое сообщество, но нужно понимать, что есть разные виды уличного искусства, и что граффитчики, например, граффити-субкультура не считает, что она делает уличное искусство. То есть то, что они делают, направлено внутрь собственного потребителя. Например, когда мы не понимаем граффити-шрифты, мы не обязаны их понимать. Они пишутся граффитчиками для других граффитчиков, в то время как стрит-арт отличается тем, что он создается для массового потребителя. Он должен, он содержит в себе какое-то высказывание, которое вызывает на диалог. Чем-то оно интересно. Поэтому сообщество тоже между собой бывает даже и враждует, ну, то есть бывает непонимание у граффити-субкультуры с авторами стрит-арта в разных городах, а бывает такое, что это делают все одни и те же люди, один и тот же человек может создавать и муралы, и в то же время оставаться граффити-бомбером, и даже тегать в подъезде, такое тоже бывает. То есть очень сложно, потому что каждый человек в этом сообществе подходит к тому, что он делает, совершенно особенно. И в том числе эти люди, вообще люди, которые рисуют на улице, по природе своей индивидуалисты, и с ними тяжело иметь дело, им друг с другом точно так же тяжело договориться, тяжело иметь дело. Лебедь, рак и щука? Да. По-разному. То есть как бы нету такого, что есть объединенная комьюнити, которая просто примет все эти правила и будет, соответственно, им жить. И по поводу меморандума тоже. Многие настроены очень скептично, но как рекомендации для начинающих художников, которые хотят создавать легально, хотят, чтобы их работы жили, мне кажется, что они очень полезны. В том плане, что они как бы просвещают относительно того, что вообще происходит с поверхностью, на которой ты рисуешь. Ну, тоді пропоную по пунктах, давайте розберемо цей меморандум, щоб стало зрозуміло всім, хто цікавиться цією темою, принаймні. Будь ласка. Ну, там більше указано то, що нігде не можна, я ще раз це говорю, но якщо соблюдати, то ось тут він проживе довше, то есть точно не можна рисувати на пам'ятниках архітектури. Нельзя рисовать там на стенах с определенной поверхностью, как, к примеру, кирпич, там Екатеринославский, из которого краску вообще невозможно смыть, ее можно только содрать вместе с кирпичом, а это повредит кирпич, а это наша ценность уже определенного рода. Поэтому есть какие-то вещи, которые под запретом однозначно. И тот художник, который так нарисует, ну, он может скептично относиться к меморандуму, но как минимум, еще. Да, он, эта история здесь жить не будет его, да, и тем более он наносит ущерб зданию, у которого есть владелец, которого попросят устранить, он должен будет потратить на это средства, чтобы это устранить. Это, то есть, ну, это больше для осознания художникам своей ответственности в этом городе, да, то есть мы не боремся. Вот это я хочу подчеркнуть, что тут нет борьбы между художником и властью. Власть, с одной стороны, защищает прохожих, которым этим смотреть, то есть это же общество, а с другой стороны, дается некие образованность, ну, то есть для некий образовательный момент, чтобы художники понимали, что здесь
Не стоит. Выбери другую стенку. Даже за деньги не стоит. Я хотела бы добавить на эту тему, что в меморандум как раз нужен не только художникам, которые соглашаются или не соглашаются выполнить какую-либо легальную работу, но тем, кто заказывает эту работу, потому что там ОСББ или собственники, они далеко не всегда понимают, почему того или иного делать нельзя, почему нельзя что-то делать на этой поверхности. И часто именно потому, что поверхность находится в каком-то очень неприглядном виде, там нет ремонта и так далее, поэтому люди обычно в маленьких городах и так далее выбирают такие варианты благоустройства, как мурал, то есть чтобы скрыть что-то, в то время как поверхность, может быть, требует на самом деле полноценного ремонта. И потом мы получаем, например, мурал, который сверху начинают утеплять, или, например, там мозаику, как в Каменском, по-моему, которую сверху начинают закрашивать муралом. То есть, чтобы не было таких вот недопониманий, меморандум нужен тем, кто хочет заказать мурал. Наскільки я розумів, я передивлявся зміст цього меморандуму, що зацікавило, що заборонена реклама будь-яка, і в тому числі релігійного змісту, так? Ну, політичного більше там. Там больше все, что запрещено законом Украины, то тоже запрещено. Реклама, да, это просто, ну, это отдельно. На рекламу нужно разрешение, реклама никакая не разрешена, просто если ты ее нарисуешь ночью. Поэтому это очень логичный пункт. Реклама отдельной статьей. И с муралами ее связывать. Якщо говорити, ну, принаймні, хоч в якихось цифрах, багато порушень маємо зараз, що потрібно брати або замальовувати, зачищати і таке інше. Скільки таких будівель, хоча б в центральній частині? З юридичної точки зрения, практично всі, кроме, є некоторі плоскості, які були там виділені для фестивалю муралів, і на них художники рисували. Це були, ну, такі легальні речі. Все остальное – це все неправильні речі. Если смотреть дальше с точки зрения меморандума, то где-то на каких-то стенах, на воротах, заборах что-то может оставаться, и это вполне может быть даже уместно в среде. А остальное все, особенно там на памятниках архитектуры и там в центре города неуместные штуковины, ну, они, конечно... Кто будет прибирать это все? И коли? Владельцы питання. Фасадов. Правильно, это должны делать владельцы фасадов. Ну, то есть это какие-то штрафные санкции до... Баланса утримувачів. Да. А это не новость, это есть. Это есть всегда. Есть, допустим, как выглядит фасад, отражено в паспорте фасада. Если там что-то появилось другое или даже трещина, да, это нужно устранить владельцу здания. Поэтому инспекция благоустройства может прийти, вручить предписание. Ну, то есть пошел процесс такого настоятельного исправления фасада. Ну, вот мы пытаемся этим договориться с теми, кто хотят испортить, не портить. А там, где можно, пожалуйста. Чи не може так статися, наприклад, що є бажання прибрати, ну, якесь порушення, але після прибирання стало ще гірше? Ми ж розуміємо, що некваліфіковане прибирання теж може зіпсувати ще більше, ніж було раніше. Звісно, і з деяких стін невозможно відмити. Як це погоджується? З ким це погоджувати? Це теж до вас? Чи це благоустрій? Ну, це процедури зрозумілі. Якщо що, якщо так, можна до мене звернутися. Ну, так, це скоріше благоустрій намікнет о том, что это нужно убрать, а дальше, если ты это сделаешь некачественно, не приведешь в тот исходный вид, то тебе опять намекнут. Да, поэтому нужно это сделать правильно. Если там невозможно отмыть, то нужно перекрасить. Но перекрасить в нужный цвет, а не просто фрагментиком каким-то другого цвета или похожим. Нет, это важный момент, это просто все эти вещи не случайны, это важно. Якщо змоделювати, принаймні, собі найближчі 5-7 років, лад в цій царині можна навести взагалі, упорядкувати все, щоб було, ну... Мені здається, вполне, ну, як... І що заважає? Ну, це свідомість в першу чергу, чи все ж таки... Да, много факторів, як і в будь-якому проєкті, много факторів, які, з однієї сторони, художники не всім розуміють, де можна, де є, де нельзя, з другої сторони, комунальні служби не завжди є... Есть возможность пойти и отмыть, устранить это все. Ну вот со всех сторон нужно это все просто чуть усилить. И
это такое искусство, с ним бессмысленно бороться, и никогда этого делать не нужно, это даже глупо. Но найти взаимопонимание можно вполне. Отсюда возникает качество этого искусства. Сейчас можно что угодно, где угодно, да, но когда это немножко будет нелогично в каких-то местах, то это искусство будет гораздо, ну, оно усилится, ну, мне кажется, качество его будет лучше уже. Як часто стикаєтесь із суперечками, ну, на кшталт «я художник, я так вижу», и «ходите, бродите»? Ну, может быть такое, да. Ну, не скажу, что там совсем часто, но есть такое мнение. Но на это мнение очень просто ответить. Там у нас есть керхер, и мы отмоем. Да? До речи, как наркореклама відмивається? Сейчас весна. Сейчас весна начнется. Сейчас еще не совсем началась. Вот тогда будет показан темп. Я думаю, что будет. Планы хорошие, планы большие, и они такие позитивные. Ну то есть та техника, яка з'явилася, вона. Ну, думаю, наповну, да. Почне працювати. Да. Там, ну, тема немножко другая. Это не для борьбы с художниками, это больше для очистки стен, для отмытия там, объявлений, наркорекламы. Это другое. Тут это не для меморандума. Добре, залишилося кілька хвилин. У вас є у кожного можливість звернутися до всіх тих, хто, ну, лише хоче щось намалювати, але, ну, достатньо свідомий. І розуміє, що перед тим, як щось зробити, треба це узгодити. Будь ласка. Ну, я можу сказати, що, ребята, то есть в стороні остатися не можна, нужно любити свій город. І у нас навіть така мисль була, ми вже говорили, а чому б ні, взяти на Новий год електротранспорт, розкрашувати трамвай. Чому б не віддати його на розкраску художникам, и будет кататься новогодний трамвай, но не просто с каким-то задуманным сюжетом, а с рисунками авторов. Это и будет интересно. Для электротранспорта сейчас, наверное, будет немножко шок, но это можно обсудить. Такие вещи стоит об этом говорить. И если есть желание у художников это сделать, мы можем попробовать найти этот путь, способ, место. Пожалуйста, это отлично. Я, в свою очередь, как бы издавна смотрю на ситуацию больше с точки зрения уличных художников, и я понимаю, почему меморандум вызывает у них такой скепсис и воспринимается, собственно, как ограничение, не как уточнение и рекомендации к действию, а как ограничение их, и без того было все нельзя, в общем-то. Но раньше никто не обращал на это внимания, а теперь еще и говорят, где конкретно рисовать. И понятно, что с этим бороться на самом деле, то есть как, каким-то образом можно что-то структуризовать, но в целом это явление, оно существует сотни лет, и в нем, с ним борются во всех странах. И иногда просто сдаются, и, например, Берлин полностью зарисован и качественными работами, и некачественными работами, но даже полиция там относится к этому довольно-таки сквозь пальцы, потому что Берлин понимает, что получает от этого долю в свой туристический бюджет. То есть есть разные способы. Ну, лично я считаю, что нам нужно больше проектов по сотрудничеству именно с уличными художниками, то есть свободных стен, так называемых, для самовыражения, где можно рисовать и зарисовывать друг друга, арт-пространств, наподобие того, что сейчас Глобус Парк, а раньше был арт-квартал, возможно, фестивали, все очень хотят в этой субкультуре, чтобы у нас в городе был свой граффити-фестиваль, и вот в прошлом году, благодаря Валерию Здесрою, был на высоковольтной, там осталась стена с очень качественными работами, и не очень качественными в том числе, но тем не менее, они представлены, туда ходят люди, теперь это туристическая точка, там есть. Если создавать вокруг этого определенную инфраструктуру, то такие места становятся точками притяжения туристов, куда люди могут ходить, фотографироваться. Город тоже может извлечь из этого свою пользу. Дякую вам за можливість прийти, відповісти на питання. Інколи, мабуть, і не дуже зручні, але все ж таки, якщо з'явився меморандум, треба було пояснити нашим глядачам, для чого це з'явилося. Дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була збирачка та дослідниця стріт-арту Марія Учитель та Сергій Білопольський, головний художник Дніпра. А говорили ми сьогодні про меморандум про художнє вуличне мистецтво. Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить.